Всем доброго времени суток, друзья. С вами Макс Нафф, и это 11-я часть нашего с вами прохождения Resident Evil 4. И мы с вами выдвигаемся к месту вертолета. Должен где его нас забрать. Так. Какое-то подозрительное дерево. Ладно, давайте закупимся. Или не закупимся. Welcome. Got a selection of good things on sale. Покупать или не покупать? What are you buying? Проект первой помощи. Is that all, stranger? Так. Надо перезарядить оружие. Потому что сейчас будет лютый замес. Перезарядимся. Ружье есть, ТМП есть. Все, мы готовы. Давайте прослушаем диалог и просмотрим видеоролик. Леон, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Там тоже есть торговец, но этот торговец будет, может, назад вернуться? Нет, все-таки только вперед. Давайте посмотрим ролик. Что будем делать, Леон? Сейчас посмотрим. Давай, быстрее сюда. Леон? Мир тесен, верно? Я смотрю, президент наградил свою дочь баллистической фигурой. Зачем так грубить? Ничего не вижу общего между моей фигурой и моим социальным положением. Вы кто такой вообще? Прошу прощения, ваше высочество, но, может быть, юная леди сама представится, прежде чем спрашивать имя у других? Эшли Грэм, дочь президента. Она... Не волнуйся, все нормально. Ну ладно. В любом случае, должны сперва появиться какие-то симптомы, прежде чем ты станешь одной из них. Подождите. Эшли, наверх. Ну что ж, время перестает быть том. Так. Давайте пособираем ништяки. Или не пособирать, давайте все-таки попробуем их через одно отверстие. Чтобы они через одно окно лезли, я думаю, они при этом будут кончаться. Собираем ништяки. И развлечем Луиса Серу, так как он стоит и ничего не делает. Так, давайте пособираем. Так, граната нам нужна. Трава тоже понадобится. Зажигательная граната мне куда-то бывает. Ну, ё-моё, что за... приколы. Давайте соединим. Освободим еще место. О, еще граната есть. Отлично. И давайте подождем, пока они будут лезть сюда. И мы их в этот момент будем разносить. Ну, Луис пока неплохо справляется. Вот они лезут со второго окна и третьего. Я хотел подселить капнуть, что-то не получилось. Походу, это была плохая затея. Но хорошо, что у нас есть прокачанный ТМП. Сейчас мы с ними разберемся. Пули только так кончаются. Давайте перезарядимся, что у меня еще есть у нас. Я там взял у нас. Просто замес какой-то. Ну и у всех это флага обнаруживается. Как сложность игры, да?
куда вы все прете? Вы не проходите по фейс, чуваки. Просто не проходите фейс-контроль. Давайте собираем на штуки. Когда ты бежишь, видишь ясен. Стою. Но они сейчас все равно начнут со второго этажа вылазить. Разбивать окна. Только надо успевать выкидывать лестницу. Иначе не избежать этого. Как он? Ну, короче, печальных печального исхода не избежать. Вот они лестницы пошли. Одна. Вот вторая. Так. Куда ты полез? А этого не успел. Ладно, с ним сера разберется. Третья. Или я разберусь. И четвертая. Блин. Чуть ли не сферу не застрелил. Надо еще успеть деньги собрать. И придурок промахнулся. Все равно я буду скидывать эти лестницы до тех пор, пока не закончится их нападение. Нет, ну что-то их меньше не становится как-то. Но хотя бы если эти лестницы не скидывать, здесь такая толпа будет, что вообще просто негде будет пройти. Поэтому надо их скидывать. Вали обратно. Так, что у нас здесь есть? Так, минус еще лестница. Еще лестница. Фух, вы не кончаетесь прямо. Они снизу и сверху, и со всех сторон хотят попасть сюда. Только успевай лестницы эти выкидывать. Потому что они только сверху идут пока что. Внизу их не так много. Так, урод флага. Нет, все-таки я опять попал в сферу. Случайно. Еще если я пару раз так попаду, он меня там пустили. Надо как-то аккуратнее быть. Это в ходе прохождения игры такое. Скажем так, это быстро пытаюсь сделать, потому что любой шаг не в ту сторону, это переигрывание заново. Я помню, когда начал проходить эту игру, этот момент у меня был, ну, самый бомбежный. То есть такой непроходимый. Ну вот, атака закончилась. Ну что ж. Вот и подходит, друзья, 11-я часть нашего прохождения. Концу. Ну что? Будем теперь делать? С вами был Макс Нас. Увидимся с вами в 12-й части. И всего доброго. Я тут кое-что забыл. Вы идите. Луис.